Итак, центральный поединок игрового дня номер два. Четверга, Равшан Бабаев против Ельжана Манкильды. Как уже мы говорили ранее, эти два молодых человека занимают третье и второе место. Соответственно, Равшан Бабаев идет на третьем месте. У него 37 очков, 12 побед, 1 ничья. У Ельжана 14 побед, 3 ничейных исхода и, соответственно, 45 баллов. Так как Ужас Есентаев из Жасказгана подтвердил звание лучшего, он сейчас оторвался на 4 очка от представителя Тараза, Ельжана Манкельде. И есть шанс у него, у Ельжана, сократить вновь разницу. Начинает именно Барселона. Итак, Ельжан с помощью флангов пытается работать. Но посмотрите, Равшан перехватывает мяч. Джака. Калашинац. Лео Месси. Андре Гомеш. Каутинью. Очень интересный результат был у Барселоны в реальном футболе в последнем туре. Барселона очень сильно уступала Леванте. В итоге уступила с невероятным счетом 5-4. В общем, решили Барселона и Леванте повторить то, что было на Уэмбли в поединке между Тоттенхэмом и Лестером. Но Барселона оказалась в роли Лестера. Итак, в нашем поединке минуло 7 минут. Еще раз напоминаем, в каждом матче мы это делаем, что регистрация на наш летний кубок Сетанта Кап 2018 вовсю идет. Регистрируйтесь на setantacup.kz, принимайте участие, доказывайте, что вы достойны быть в числе лучших фиферов Казахстана. Суарес. Надо бить поворотом. Суарес. Отличная передача. Андре Гомеш бьет в штангу. Почему не сыграл Ельжан Суаресом? Ну, правильно. Доводил до верного. И, казалось, ничто не помешает. Но тут штанга возникла на пути мяча. Чах был уже бессилен. Уэлбек, Джака, Озил. Озил финтит. Калашинац. Пьер-Эмерик Обамеянг. Арсенал в реальном футболе проводил Арсена Венгера. Последний свой поединок выиграв. Ух ты, еще один удар в каркас ворот. А Озил находился в офсайде. Сейчас посмотрим. Но это последний момент, когда Озил находился в офсайде. А вот до этого был классный момент с попаданием в каркас. Так вот, Арсенал проводил Арсена Венгера, выиграв в последнем туре минимально в гостях у Хаддерсфилда. Наконец-то Арсенал победил на выезде и, соответственно, попрощался с боссом, который 22 года руководил командой. Месси, удар поворотом, чек спасает. Упорная такая борьба у нас. Посмотрим за этим стандартом. На кого пойдет передача верхом. Где там Пике? Чех первый на мяче. Эктор Белерин. Хитарян. Здорово. Обамеянг. Нужно останавливаться Обамеянгу. Слишком острый угол. Куда же? Куда же Обамеянг руками Равшана Бабаева делал передачу на Уэлбека? Терштеген. Ошибка Терштегена. Обамеянг перехватывает мяч. Быстрой атаки не получилось. Калашинец, Джака, Рэмзи. Озил. Рэмзи умеет бить издалека. Все это прекрасно знают. Мхитарян. Люкадинь. Мхитарян. Надо навешивать. Терштеген. Терштеген вовремя вышел из ворот. Между тем у нас первая половина тайма завершилась. Игра смотрится на одном дыхании. Очень много опасных моментов. Уже были удары в каркас. Но пока нет голов. Я, бірінші тайм ортан белінен асты.
Бұл Равшан Бабаев пен Елжан Амангелді тиісінше екінші және үшінші орындарда тұрған киберфутболшылар арасындағы кездесу ғой. Равшан Бабаев негізі Олжа Сейсентаевты тұтқан болатын. Соңғы кездері Равшанның ойыны керемет жүріп тұр. Және бүгін ол барселоналық Елжанды аяқтан шалатын болса, онда тіптен өз жағдайын жақсартып алады. Равшан да негізі чемпионатты басынан бастаған жоқ. Талдықорған қаласының атынан негізі мүлде басқа FIFA ойнауы керек болатын. Алайда тілек білдіріп алып, кейіннен ойнаудан бас тартқаннан кейін сол іріктеу турнирінде екінші номер болған Равшан Бабаев арнайы шақыртылған болатын. Және Бабаев жап-жақсы ойын көрсетіп жатыр. Бұл 20-ші турдың соңғы матчы. Осман Дембеле, Суарес, Месси, Каутиньо, Суарес, Нельсон Семедо, бірақ Косильни допты тартып алды. Макитарян, Джака. Әрине, байқап отырсаңыздар, екі киберфутболшы да сондай бір жинақылықпен ойнауда. Қазір шабуыл, бірақ бұл шабуылға Арсеналдың тойтарыс берілді. Осман Дембеле гол жоқ болғаннан кейін үзіліс те жоқ. Біз таза уақытты көрудеміз. Міне 41 минут уақыт өте шықты. Арсеналдың шабуылы құпия дейтінде айта кетейін. Жалпы Елжанмен Равшанның бұл турдағы ойыны біраз оқиғаға толы болды. Әлі де болса интернет желісінің дамымай тұрғандығы жасырын емес. Әсіресе өңірлерде Равшан Бабаев маған жеткен мәліметтер бойынша осы тур ойналып жатқан кезде негізі ойынды бастап кеткен екі жігіт. Сол кезде Равшан Бабаев жеңіп жатқан екен негізі. Бірақ Равшан тарапынан интернет желісінде ақаулар пайда болып ойын тоқтатылып қалды. Содан кейін барып қайтадан ойнауға тура келген. Әрине бұл жерде ешкімнің кінәсі емес. Ал бұл ойын қалай аяқталғандығы туралы мен сіздерге айтпаймын. Оны қазір көреміз. Бірінші тайм аяқталды. Есеп әзірге 0-0. Итак, второй тайм поединка между Арсеналом и Барселоной. Еще раз напомним, что это один из центральных поединков. Ельжан Аманкельде против Равшана Бабаева. Оба в первой тройке. Ельжан на втором месте, Равшан на третьем. Белерин с мячом сейчас. Пас на Мхитаряна. Озиль разворачивается, но тут Андре Гомеш подоспел. Вовремя прервал. Усман Дембеле. Ну, действительно, достойные соперники. Джака, Рэмзи, Озиль, Обамиянг. Не дают ему бить удар. Снова в штангу мяч попадает. Что такое не везет, как с этим бороться? Летит мяч не в створ, а в штангу. В очередной раз в этом поединке. Дембеле. Ельжан Аманкельде. Еще раз напомним. Является представителем Тараза. Люка Динь. Он был лидером, но в итоге откатился на второе место. И, судя по всему, если сегодня не выиграет... Нет, в любом случае он останется, потому что... лидер уже выиграл свой поединок. Олжас Есентаев
вчера центральный поединок случился с его участием. И Олжас Есентаев выиграл у Алмаса Касымжанова со счетом 6-2. И не только упрочил свое лидерство, но и улучшил разницу забитых и пропущенных мячей. По 34 пропущенных было у него и Ельжана. При этом сейчас 66 забитых уже у Олжаса Есентаева. Рядышком со штангой пролетает мяч после удара Генриха Мхитаряна. Очередная попытка забить прямым ударом со штрафного. Вот так вот все случилось. Мертезакер разводит руками. Надо продолжать игру. Терштегин подзывает игрока поближе. Люкадин. Гомеш. Если игра успокоилась, я думаю, что ненадолго. Хотелось бы, конечно, побольше мячей. Такое яркое противостояние. Обе команды уже были близки к голам. Суарес потерял мяч. Уэлбек. Уэлбек на фланге. Делает передачу. До Озила мяч дошел. Озил уже не так быстро, потому что довольно много он совершал рывков. И вполне возможно, что Озил скоро отправится отдыхать, если Равшан Бабаев решит его поменять. Белирин. Рэмзи. Все в касание. Обамеянг. Теперь нужно подключать Рэмзи. Рэмзи надо бить поворотом. Рэмзи сбивают. Очень опасный штрафной, но не пенальти. Только лишь рядышком с границей штрафной площадки. Исчезающий спрей. Озил у мяча. И 9-метровый отступ от стенки. Еще одна черта. Итак, еще одна попытка забить прямым ударом со штрафного. Здесь до ворот не так далеко. И можно попытаться эти 20 метров... Нет, прямого удара не было. Вот такая вот комбинация, которая, к сожалению, не приводит... К сожалению, для Равшана Бабаева не приводит к удару по воротам. Заблокирован этот выстрел. Чем ответит Барселона? Месси. Передача на Паулиньо. Паулиньо, экс-звезда чемпионата Китая... А ныне звезда чемпионата Испании. Мертезакер. Многие, конечно, смеялись, когда Паулиньо переходил в Барселону. Считали его уже отработанным материалом. Но он доказал, что еще очень даже в соку. Ну что ж, 20 минут остается до конца основного времени. 20 киберфутбольных минут до конца поединка. Пока 0-0. Я, если 0-0, допка елге тудега басымдық Равшанда. Бірақ екі лидер әзірге бір-бірін ала-алатын түрлері байқалмайды. Міне, Барсаның шабуыла Коутиньо, Лоран Касильниден өталған жоқ, Мхитарян. Қапталмен шабуыла жүруде, Обамеянг. Артқа пас, Эктор Белерин. Рэмси. Өзіл. Және сол ғанатқа Дани Уэлбекке допты жеткізіп берген. Уэлбек Мхитарянға. Бірақ Мхитарян міне соққы жасайым деген кезде қайтадан алдынан қорғаушылар шыға кетті. Равшан Бабаев негізі көріп отырсақ негізі өтте жоғары деңгейлі фифер. Бабаев егер Сетанта Кап 2018 турниріне қатысатындығы белгілі. Жалпы бұл чемпионатқа қатысатын спортшылардың барлығын біз 2018 кубогінде күтетін боламыз. Бұл міне сол кезде кімнің кім екендігі бір күнде өтетін турнирде бір күнде өтпейді. Бірнеше күнге созылады. Кімнің асық алысынан түсетіндігін көреміз. Ал жалпы 2017 жылға турнирдің жеңімпазы ол Мүсілім Сағымбаев. Сағымбаев міндетті түрде чемпиондық атағын қорғауға келетіндігі белгілі, егер артық шаруалары болып қымаса. Мұның барлығы сәл кейінірек белгілі болады. 83-ші минут. Гол орын алмағаннан кейін матч өте тез сарында өтуде. Көріп отырғандарыңыздай.
алыстан бағытталған соққа Петр Чех өз орнында. Оң қапталға пас Белерин. Тағы да айтамыз, Сетанта Кап 2018 турниріне тіркелу басталды. Турнирге емес, турнирінің іріктеу турнирінің басталды. Барлық аймақтар өтеді. Оңтүстік Қазақстан облысы онында өтіп қойды. Шымкентте орталықта оның жеңімпазы да бар. Демек, басқа өңірлердің өкілдері. Мысалға Талдықорған қаласының, Алматы облысының өкілдері, киберфутболшылары Алматы қаласында іріктеу турнирінен өтетін болады. Мұнда ескеріңіздер, өздеріңізге жақын елді мекендерге барып, толықтай қатысуға мүмкіндіктеріңіз бар. 90 минут аяқталды, 2 минут уақыт қалды. Және бұл 2 минуттың өзі өте шығатын секілді, ал бұл матч 0-дік нәтижемен аяқталама деген сұрақ бар, солай болып шықты. Мұндай нәтижемен негізі көп матчтар бізде аяқтала бермейді, бірақ бұл ойын міне осылайша аяқтады. Қазір мен жанкерлер осылайша 20-шы тур өз мәресіне жетті. Бұл ой осы матчпен, бірақ сіздер әлі де болса экраннан алшақтамаңыздар, өйткені алда турды өткен матчтардың қорытындысы кестедегі жағдай және келесі турда кім-кіммен ойнайтындығы туралы мәліметтер аласыздар. Сонымен қадірменді көрермендер, бұл турда өткен матчтардың толық нәтижесімен танысып болайық. Бірінші жарыс күнінде Шыңғыс Дәулетқали мен Аман Қарабеков ойындарды ашып берген болатын. Бұл ойында 3-1-мен Шыңғыс Дәулетқали жеңіске жетті. Дәулет Сақтаған пен Ислам Бақытов арасында ойында 0-6 есебімен ақтаулық Манчестер Юнайтед жеңіске жетті. Манчестер Сити мен Ливерпуль матчында Жәнібек Сәлім оралдық жеңіс тойын тойлады. Ал Олжас Есентаевтың Тоттенхэм мен Алмас Қасымжановтың Боруссиясы арасындағы матчта 6-2 есебімен Олжас жеңіс тойын тойлады. Но во втором игровом дне у нас Артур Малинин победил Анетту Елеусинову со счетом 3-2. Муслим Сагимбаев обыграл Кирилла Иванова 2-1. Арман Перманов довольно неожиданно уступил Ильдару Курчманову со счетом 1-4. Ну а Равшан Бабаев и Глижан Аманкельды сыграли на 0 в центральном поединке игрового дня. Ал турнир кестесіндегі жағдай мынадай. Бірінші орында Тоттенхэм, жезқазған 49 ұпай. Барселона, Тарас, екінші орында 46 ұпай. Севилья, Мүсілім Сағымбаев үшінші орынға көтерілді 39 ұпаймен. Арсеналда 38 ұпай бар. Равшанда Боруссия Дортмунд, Алмас Қасымжанов 36 ұпаймен 5-ші орынды деп тұр. 6-ші орында Наполи, Шымкент. 7-ші Интер, 8-ші орында Манчестер Сити. Во второй части турнирной таблицы у нас изменения следующие. Челси вышел на 9-ю строчку, PSG 10-е место. Также отметим прогресс Ман Юнайтед плюс 1 место. И Реал Даулета Сактаганова ушел с последнего места на 15-е поднялся. Вот такие изменения во второй части турнирной таблицы. Ал келесі тур 21-ші тур 23-ші мамыр күні өтетін болады. Бұл күні Кирилл Иванов пен Шыңғыс Дәулетқали кездесу өтеді. Әнет Елеусінов Арман Пірманов пен бақсынасады. Елдар Құлшыманов Мүсілім Сағымбаев пен кездеседі. Елжан Амангелді Артур Малининен емтихан қабылдап көрмек. 21-й тур продолжится 24 мая. Аман Карабеков сыграет против Жанибека Салима. Алмаз Касымжанов встретится с Даулетом Сактагановым. Ислам Бакытов с Равшаном Бабаевым. А Мурат Нуркажаев попробует переиграть лидера Олжаса Есентаева из Жезказгана. Қадірмен көрмендер, осымен біздің киберфутбол кеші өз мәресіне жетті. Бізден бірге болғандарыңыз үшін зор алғыс. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. We're going.